Гоголь, Чехов, Куприн. В свое время тоже ему Пасана почитала. Набокова тоже люблю. Вот. Островского, Тургенева. Пушкина, конечно, очень люблю. Но это не значит, что я каждый день, да, вот читаю. То есть я под настроение, конечно. Но живя в Петербурге, вот тянет больше вот такой вот литературе классической. Очень люблю вот Пола Маккартни, который уже вот и после Битлз, у него очень хорошие диски. Диск 97-го года, как мне он нравится. Я могу его даже не каждый день слушать, конечно, но он у меня всегда в голове звучит. Я в любой момент могу воскресить это в памяти, если надо, могу поставить. То есть все песни у меня на слуху. Линда Ронстадт просто обожаю. Просто Линда Ронстадт — это вообще для меня учитель. То есть это американская певица, которая сейчас, она старше меня, она сейчас уже не поет. У нее потрясающий голос, потрясающий вот репертуар, особенно ее вот первые альбомы, вот где как раз на мой голос очень ложатся песни ее хорошо. Это кантри-рок такой стиль. Кстати, вот тот же технический прогресс меня вдохновляет, кстати, да. Потому что благодаря интернету можно многое узнать интересного. Наука — то, что полезно, то, что развивает. Раньше, когда-то в детстве я увлекалась космосом, как все, знаете, там, инопланетянами, да? Есть ли там жизнь на Марсе? А сейчас мне интересно именно, что такое жизнь, вот проявление микробиологии, то есть что такое клетка. Даже мне не важно, когда она возникла, там, сколько миллионов лет, не это меня интересует. Мне именно интересно, как она сейчас существует и что ей полезно.